Бурундуки. Что вам приходит на ум, когда вы слышите это слово? Наверняка многие вспомнят фильм «Элвин и Бурундуки». Кто-то же вспомнит эту милашку еще с детских времен, когда держали его как домашнего питомца. Как бы там ни было, бурундук является диким животным. Эти грызуны невероятно запасливые. При весе бурундука порядка 100 граммов, в его кладовых можно обнаружить до 6 килограммов отборной продукции. Это все равно, как если бы в вашей квартире хранилось более 4 тонн еды на одного человека. Но как этому маленькому смельчаку удается собрать такое огромное количество орешков и донести до кладовой? На этот случай у бурундука имеется сумка, и даже две. Его огромные защечные мешки. Щеки бурундука могут растягиваться от орешков и еды в 3 раза больше, чем его голова.